Стартуем от площади, поселки. Прокатимся на озеро Мстино. Сегодня у меня попутчица. Будет веселее. Смотрю. Пыхтишь? А? Я сейчас остановлюсь. Подожду. Дом продается? Да, вообще не вижу ни одного дома. Ну да. Это ты прочитала по объявлению? Да. Там я думала, дом продаю. Ага. Наверное, нет. Чего? Не, где ж я устал, я еще никуда так, не ездил. Ставь сторонку. Чего? Снимается, да. Чего? Что мешает? Что-то делают, да. Ага. Да. Да. Едем, едем. Ага. А мы посмотрим, где. Да. Ага. А,
тройка, да. Нельзя сюда. Получалось? Ага. Ну да. Я училась. Ага. Я не падала. Это горочка маленькая. Я просто трубку скидала, когда горка. Ну да. Не, у меня не болит рука. Ага. Ой, здесь дорожка нормальная, дело. Нормальная? Не. Ой, здесь сейчас гору поднимается. Ну, маленько, да. Лень? Да. Опа. Вода у нас убежала. Ну она не стеклянная, поехали. Да. Ну догоняй потихонечку. Я быстро не поеду. А? Я тихо поеду. Да. Жду. Не, давай на эту сторону заезжай, магазинчик. О, какая машина, да? Ты тоже такую же хочешь? Не, у нас другая есть. Туда? Не, поехали. Так, по краешку дороги проезжаем. По краешку дороги проезжай. По краешку. Да. И придется на дороге ехать. Да, нет? Да. Ну, блин.
Чего? Можно, да. Ага, снимается. Ну да. Ага. Да. Костром пахнет? Да. Ну да. А не надо. Что там у тебя? Вас чешется? Чего? Дом продается. Дом продается? Да. Еще один? Да. Ну да. Не, коврик хорошо держится. Видишь, какой у меня велик? Вижу, да, хороший велик. Это папа купил, надо ему спасибо сказать. Да, если бы он еще колеса тебе подкачал бы задние. Ну да. Слабенькие колесики. Можно не крутить? Ну да. Не бойся, у меня тормоза есть. Ага. Да. Да. Да? Да. Да, сейчас дорожка будет к озеру. Куда? Направо, да. Тормоза у тебя хорошие? Хорошие. Не забывай тормозить потихонечку, сейчас будем спускаться. Ну да. Да. Поворачивай, поворачивай сейчас направо. Да? Да, к озеру туда. Ой, деда! От чего ты испугался? Деда! Ну ты иди, у тебя колеса на велосипеде, раз. Тогда ножками иди, где по суше. Не, не надо, да.
Не надо по лужам ездить. А здесь иди потихоньку ножками пройди. Пойдем ножками, пойдем. Уже устала? Не надо грязь заезжать, зачем? Ну выезжай потихоньку, сейчас на озере помоем. Да. Тихонько, тихонько, не надо по грязи-то идти, а чем это так неаккуратно? Ну, сейчас об траву вытерем и все. Что, плохое место? Это надо было аккуратней. Сейчас все, пришли, сейчас встать. Все, ложи на бок велосипедик. Что делать с этой грязюкой? Ой, как ты вымазалась. Что делать? Снимать надо, сейчас застираем. Где, в озере? Да. Что, прямо сейчас снимать? Конечно. Вот так помахать? Ну как, повысить? Нет, не совсем что-то. Подожди, маленький, ты хочешь, что быстро? Намочить быстро можно. А ты что, конфеты жарить? Да. Рада, что тут столика нету, да? Да, Билл? Да. Тогда бы стой на столике жарить. На столике было бы хорошо. А? На столике было бы хорошо. Угу. Ага, а так на траве что-то не очень. Когда масло чуть-чуть подевалось. А, вот. Ну что, запускаем котлету? Да. Ну, как и котлетки. Интересно? Угу. Запахнет. Да? На желудке припитывает. Да? Угу. Сейчас мы поменьше вам сделать. Да, хоть мы не приедем. Вроде хорошо. Сейчас отвертки сделаем. Ой, где-то они уже коричневые чуть-чуть. Чуть-чуть коричневые? Вот, видишь, смотри. Ага. Откуда они чуть-чуть коричневые? Так огонь там внизу горит. Не жарится. Хорошая у нас такая печка, да? Я не поняла ничего. Так. Там газ, он газ и горит. Что-то не горит там. Горит, потому что не видать. Ну так. Горит хорошо. А, вон там я чуть-чуть вижу. Видишь? Да, чуть-чуть. Да, сейчас сутки там прибегут. Урски прибегут? Да. А зачем они? О, как быстро! А зачем нам урски?
Они тоже хотят. Тоже хотят? Угу. Это батон ты купил? Это тебе же покупал, конечно. Ой. Пока котлетки жарятся, мы пока штаны сушатся, мы можем котлетки пожарить. Что-то вымазала вафлей, уже вытри рот маленько. Это от вафли. От вафли, да. А ты взял салфет? Нет, салфетка не взял. Будем газеткой вытираться тогда. А где газетка? Хотя у нас здесь бумага есть, там, сумка. Потом посмотрим, бумагу достанем, туалетную. Нет, они не высыхают. Они это не быстро высыхают. О, может, они так долго быстро высыхают? Намочить быстро, а высохнуть не скоро. Может, передать нем? Вот так вот. Не, не надо отдыхать, вот дырки наделать, иногда нас вообще съест с тобой. Кто? Мама? Да. Пусть чуть-чуть под огнем жарит. Так, масло добавим еще. Последнее? Не, не последнее. Мы все равно будем. Зачем? Ты можешь кусок. Где? Давай что-нибудь попьем. Попьем? Я тебе говорил, давай возьмем в магазине, ты не захотела. Мы же взяли водичку. Водичка это не надо кипятить желательно. Кипятить? Ну да, чаем поставим. Надо ждать, когда чай. Да, сейчас котлетки поделаем. Ой, дед, я придумала, где ты стопнул. Вот, да, на синей пуске она быстрее будет стопнуть. Я придумала себя. Не холодно тебе? Нет, наоборот. Наоборот? Да. Вот и пусть и сохнет. Надо меня чуть-чуть убрать. Так что они так не будут. Все, дед, положи. Чего, дед? У кого кофта, у кого футболка? Ну да. Люди-то разные. Люди разные. А ты в футболке, а я в кофте пока ходил. Ага. Он мне этот уравень уже забрал. Ну выгони его. Ну маленькие, они не очень больно кусают. Ну писалик. Писалик? Да. На руку. Могут на руку натис? Да. Тут чуть-чуть высох. Тут чуть-чуть высох. Высохло? Ну, чуть-чуть высохло. Ага. А вот это еще совсем еще тут мокрое. Няшка. А мы будем их тут кушать? Да. Только надо чем-то... А что мы будем... А где мы будем есть-то? Ну, вы ничего не будете. О, деда, мы сможем испачкать этот кофт. Ну, нет. Сейчас что-нибудь постелим. Куда ты положил батон? У нас там еще есть, да? Сумка. Вот, коричневая. Мы положили, а мы не положили. Что не положили? Тряпочка была хорошая. Да. Мы ее дома оставили, да. В каком? В твоем или в нашем? В моем. В нашем тоже есть салфетка. Туалет даже мало. Надо было ее взять. А кидать не известно. Потрогай, тут выступил. Вот такой? Да, тут.
Ну, уже сейчас все маленькое высохнет. Положи на синие, положи, они быстрее высохнут. Ну ладно, пока что можно. А пока что можно, наверное, и это, и так посадить. Пойду посмотрю. Послушай, ты ее как-то попьешь, она отстанет. Наломала я дров. Наломал дров? Ну, это значит, что я натворила. Ага. Штаны прекрасны. Сейчас подсохнет, ничего. Ну, ты мне что-то бегаешь, гуляешь. Ходит, потрогай теперь. Не, подожди, пускай меня сохнет. Тут мокро. Ну если жарко, то можешь одеть. Что жарко? Не жарко тебе сидеть-то? Когда будет жарко, солнышко, можно одеть, он как будто охлаждает маленько. Ну все, котлетки пожарились. Чайник поставим? Да. Пока. А мы кружки-то взяли? Ну посмотрим, там что-то есть в сумке. А если не взяли, то что будем делать? Как будем? Из горлышка. Как из горлышка? А прям через вверх. Он же горячий. Кто? Чай. Он горячий, подождем, пока остынет. Чуть не вижу, а вот не вижу. Видишь? Ну все, котлетки пожарились. Пока в сторонку поставим. Пусть охлаждается. Да. Пойду располосну. Вот эту? Да, котелок сполосну. Деда, а я хочу нельзя делать? Ну хочешь, одень. Штаны? Да. Ну ладно, мне так хочется в штанах побыть. Мне в них лучше. Вот чуть-чуть поохлаждает, да, дед? Жарко стало? Да. Ну что там, высохла наша кроссовка? Дед, ты тут представляешь, еще мокрый. Ну мокрый, конечно, еще рано пускай. Мы же его недавно помыли только что. А вот этот высох. Нет, вот это вот типа высох. А типа мы его и не мочили. Не мочили? Нет. Мыл-то я только один, он тот. Он тот? Да. Так почему ты... Ой, зачем я тебе сказал помыть? Так этот у тебя был грязный испачкан. Он сейчас пускай подсунет, потом мы его вытрем. И потом я одену? Да. Ну, хоть в штанах побегать. Приятно. Да, сейчас. Я приятно мне здесь. Приятно? А типа тут приятно мне. Потрогать тут. Ну да. Ой! Ой, мурашей сколько. Выгоняй их. Ну как? Ну как? Ну это какой-нибудь прутик. Ого, сколько. Наверное, они как лето уникло. Да, я не унюхал. Ой, сколько забрал у тебя. Да? Да. А ты можешь с этого пить? Ну ладно. А что, я тоже хочу чай. Тоже хочешь чай? Да.
Так. Ты же хочешь меня без чая оставить? Не, не хочу. Ой, дед, смотри-ка, грязно. Ну, это уже вымерзло. Ну, пускай он подсохнет, потом отвалится. У меня просто носки такие грязные. Ой, дед, сколько пятен у тебя. Ну сейчас я маленько. Ладно, крепкий. Что там, кружечку ищешь? Говоришь. Ты со мной куртка приехал? Да. А я со мной куртка. Блин, дед, мне так хочется что-нибудь кушать. Сейчас кушаем. Дед. А. Когда котлетки будут готовы? Котлетки готовы. Уже? Они. Их можно кушать? Вот и нам какой-то пятый. Где? Вот это у нас поход. Да? Где, да? Посмотри, куда дядя. Он там. А мы туда. Он, наверное, до еды приехал. Ну, сейчас уедем. А вы с едой? Вы какой? Там что-то варится у вас? Ну да. У нас все на мази. Тебя поймали что-нибудь или вот так? Да, просто. Погода выдалась хоть один день нормально. А я думал, что да. Если тетенька сказала, что мы сейчас уедем. Нет, надо ровно стелить. Ровно стелить? Да. Вот смотри, вот типа ровненько, ну пусть тут видно будет, тебя у меня все ровно. Вот видишь, где у меня как надо делать, ровненько, красиво. Да. Ты тоже, кстати, можешь позагорать. Ой, да? Можно позагорать. Где, смотри, давай это будет твое место, это мое. Давай. О, какая моторка. Вау!
Я начинаю. Любую мне выбрать? Да. Любую выбирай. Я боюсь ее брать. Почему? А? Почему? Не капли, чтобы накапала, Алина. Быстро так возьми, вот так, об другую обтери и все. Не-не-не, прямо об эту так, во. И все, она уже не будет капать. Не капает. Ну и кушай. Котлетки на природе вкусные, да? А? Вкусно на природе котлеты здесь. Угу. А, ну с крошкой. Что? Крошка. Ну, не страшно, стряхнем. Как легко грызть. Грызть легко. Угу. Странные звуки, да? А может это вода? Или кто нас? Где так и задрало-то? Барсик цапнул. Кто? Барсик. Ну, тебе глаза выцарапает, этот барсик. Вот как таскала она за хвост его. Он сам специально поцарапал. Чего? Он специально поцарапал. Специально? Да. Расцелился в тебя? Да. Угу. Вот так смотрю. Оп, и все. И царапина. Спасибо. Что ты? Жаль, да?